Во-первых, что ты знал вообще о Корее, сборных до этого дня? 23-й в рейтинге КФЭ, вратарь дал там. Ну, в принципе, когда летели сюда, нам говорили, что есть несколько там игроков, не корейцев, как я не знаю, там называется это, что вратарь у них именно Далтон. А так, в принципе, ничего такого не знал про корейский хоккей. Готовились, хотели сыграть как можно лучше, но, не знаю, может, акклиматизация, может, еще что-то. Но не хотелось бы оправдываться, конечно. Трудно вообще настроиться, на самом деле. Да нет, это игра за сборную тут всегда. Ты выходишь и играешь. Ну, в принципе, мы все профессионалы, всегда выходим и играем на 100%, а игры за сборную, это ты не можешь выйти там недоготовым или еще что-то. Всегда выходишь и отдаешься полностью. На кого похожа сборная Кореи по уровню хоккея? Высшая лига, КХЛ? Высшая лига я не так много зацепил, конечно. Ну так. Чтобы сравнивать, но быстро бегут. В принципе, играют в такой активный достаточно хоккей, садятся и не дают там времени вздохнуть. Так что, ну, такой достаточно такой быстрый хоккей у них. И я не знаю, с кем их сравнить. Когда третий гол забивает натурализованный там североамериканец, понятно, но первые два забили вообще корейцы. То есть мы даже не знаем, что они так здорово играют. Это вас как-то не удивило, что сами корейцы играют? Да, мы, конечно, видели, я говорю, мы знали, что там есть несколько игроков натурализованных, но что большинство корейцев. Два вопроса последних задам. Китай за год в КХЛ сделал очень многое. Да? Там создали команду, вышли в плей-офф. Корейцы говорят о том, что тоже могут создать клуб в КХЛ. Насколько это с этой точки зрения было бы интересно? Ну, я не знаю. Просто вот эти длинные перелеты, лично я вообще не очень люблю, потому что это такой, на организм очень сильно влияет. Мы когда летаем на Дальний Восток, у нас всегда вся команда после этого очень долго отходит там. Так что, ну... Ну, сделают это, будет такое решение КХЛ, там, китайцев, ой, корейцев. Так что, я не знаю. Ну, понятно. Последнее, насколько тебе дыхание Олимпиады чувствуется? Там, качество льда, арена, город, страна? Ну, если честно, думали, что будем жить в Олимпийской деревне, сказали, что она еще не до конца готова, и поэтому живем в отеле. В принципе, видим, пока только видели все из автобуса, и когда у нас была тренировка на земле, в принципе, да, ну, достаточно прикольно. Качество льда оставляет желать лучшего. Шайба прыгает, и лед быстро трескается. Мы сразу заметили это с первой тренировки. Вот, и, ну, поэтому были некие сложности. А так арена хорошо, хорошая. И приятно, что наши болельщики были сегодня на трибунах. Огромное спасибо им. Спасибо тебе большое. Спасибо.